Бортовой журнал, день 16. Пока мы чинили внешнюю обшивку корабля, пропал еще один человек. Команда мне не подчиняется, растет паника. Никто никому не доверяет. Мы потеряли многих. Последняя жертва. Отец троих детей. Ответьте, вашу ж мать! Этот корабль станет нашей могилой. Связь не работает, запасы кислорода на исходе. Нас почти не осталось. Те, кто слушают эту запись, знайте, среди нас есть предатель. Это не человек, это... Я уверен. Ни в коем случае не приближайтесь к нашему кораблю. Прощайте. Конец записи. Зеленый, куда ты смотришь? Бирюзовый. Он стоит у реактора уже 5 минут. Он не может запомнить последовательность. Он плачет. Наконец-то я стала предателем. Ха-ха-ха. Попалась. Найден труп. Кто убил синюю? Это был розовый, он убил синюю на моих глазах. Невероятно. Пойман за руку, как дешевка. Это был он. Он действительно странно себя ведет. Что? Нет, это не я. Ты мне кажешься подозрительным. Я буду ходить с тобой. Хорошо. Белый подозрительный. Хару, я тебе верил. Чувак, какого хрена? Почему это я подозрительный? Я все время был с тобой. Мы делали задание в электрике вместе. Затем мы натолкнулись на труп в коридоре. Тоже вместе. Неважно, ты все равно подозрительный. По фактам. Верно. Не могу не согласиться. Белый не был предателем. Ваш уж. Перед тем, как мы начнем совещание, я бы хотел задать вопрос. Как запрыгнуть в люк? Как это сделала Миу? Я что-то не то сказал. Знаешь, я заметил кое-что странное. Что? Ты не похожа на остальных. Я давно хотел тебя спросить. Хочешь как-нибудь пообедать вместе? Клац. Какой тип тебе подходит больше всего? Тот, кто всегда выполняет все таски. Все готово. Тот, кого кикают без толковой причины. Голубой не был предателем. За шо? Тот, у кого есть милый питомец. Тот, кто преследует остальных игроков. Тот, кого постоянно убивают первым. Почему постоянно я? Ха-ха. Тот, кто играет один и хочет, чтобы с ним кто-то поиграл. Хочешь поиграть в Амонгу вместе? Тот, кто следит за остальными на камерах. Хех, а я все видел. Тот, кто находит предателя, но ему не верят и кикают. Это Бирюзовый, я видел, как он убил Красного. Не, он врет, кик его. Да, кик его. Кик. Коричневый не был предателем. Тот, кто постоянно вылетает из игры. Опять. Это ты их убил. Клянусь, это не я. Эй, парни, я закончил ремонт СОКС, так что можете начать дышать. Круто, поломка была серьезной? Не, просто фильтры забились. Я залез в вентиляцию и заменил их. Что? Куда ты залез? Я залез в Ненавижу эту работу. Это зеленый, он стоял прямо возле трупа. Циановый тоже это видел. Ага. Подождите, я его не убивал. Это правда, я видел, как он выбрасывал мусор. Он не предатель. Но тогда почему ты стоял возле трупа? Сначала я чинил проводку, затем выбросил мусор, тогда я встретился с белым. А после я не помню. Давайте повременим с голосованием, попробуем его просканировать. Видишь, он не предатель. Так что он... Бип. Что за... Бип, 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 бип. Не может быть! Бежим скорее! Значит, в меня вселился инопланетянин? Почему они не уничтожили мое сознание? Почему они не завладели мной на 100%? Почему они так жестоко со мной поступили? Почему я здесь? Не хочу убивать, но, видимо, всем плевать на мое мнение. Чудесно, они прислали мне зеленого новобранца. У них что, никого получше не нашлось? Похоже, слухи о том, что ты задолжал сержанту кучу денег, правдивы, а? Люди становятся умнее, нас все чаще раскрывают, но наше командование продолжает страдать фигней. Делай что хочешь, но не лезь ко мне, я и сам справлюсь. Обнаружено 2 предателя среди нас. Черт возьми, а наш убийца довольно хорош. Спасибо. Попался! Я вас ненавижу.
Циановый не был предателем. А почему вы голосовали за него? Он нам просто не нравится. Ребята, я видел, как Розовая убила Зеленого. Я был в электрической комнате с Розовой и Зеленым, затем Розовая убила Зеленого и залезла в вентиляцию. Циановый убил Зеленого, а затем зарепортил труп. Что? Циановый не был предателем. Когда играешь с друзьями? Народ, мы почти выиграли, сейчас нам нужно всего лишь держаться вместе. Ту, страшная музыка и звуки убийства. О, господи, голубой, это ты убил красного? Не, я все время был с розовым, оранжевым и черным. Да, мы были с ним. Фиолетовый подозрительный. Кто-то из нас троих предатель. Я не предатель. Я тоже. И ты, дружище, не будь предателем и поставь лайк под этим видосом. А еще подпишись на канал, если еще не подписан. И можешь поделиться роликом с друзьями. Круто же получилось. Ну, я надеюсь. Я сообщивший о трупе. Игрок, которого я убил несколько секунд назад. Игрок, если это не черный, то кикните меня. Остальные ок. Черный не был предателем. Черный. Я призываю вас исполнить клятву. Самые опасные и страшные места на планете. Электричество. Ну, технически они не на планете, а на космическом корабле. Ребята, я думаю, что фиолетовый предатель. Ну да, это точно, фиолетовый. Команда, когда меня убивают. Команда, когда я предатель. Предатель должен видеть призраков убитых игроков, чтобы его жертвы могли его преследовать с того света. А это неплохая идея. Битва экстрасенсов раньше? Сейчас. Передние парты. Задние парты. Обсуждаем. Мирный. Забегает в электричество. Предатель. Это для меня? Когда мертвые игроки летают за импостером после смерти, мы будем следить за твоими успехами. Овощебаза. У меня, кстати, тоже стоит такая шляпка. И желтый цвет. Это красный, он убил чела и в вентиляцию прыгнул. Ты дурак, я только убил, я не прыгал в вентиляцию. Понял. Импостер. Косплей года. А я тоже такой косплей делал. Зацените. Кто из нас предатель, как вы думаете? Абрыган пишет. Как прыгать? Эта задача поставила всех ученых в шок. Больше 300 человек увели в психиатрическую больницу. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, поддерживайте ролик лайком и зацените мой игровой канал по ссылке в описании. Я сейчас стал чаще проводить стримы игровые. И вот буквально вчера играл на стриме с подписчиками в Among Us. Поэтому нажимайте колокольчик, чтобы в следующий раз тоже не пропустить стрим и видос. Ну а на этом сегодня все. С вами был Алексей Сова. Пока-пока.